Митя, Ерусик. Мы едем с Ирочкой, с Денисом из Симферополя по новой дороге, по Тавриде. Оказывается, из Симферополя до Ялты быстрее проехать через Севастополь. Мы через Бахчисарай, через сам не проезжали, мимо? Ну, мы его мимо. Справа обошли. И вот мы едем. Я никогда не ездила по этой дороге. Ну, обалдеть просто. Ой, я вообще с ума схожу, как здорово. Особенно музыка. Отдых полнейший. Так что поедете, когда в следующий раз на машинах, имейте в виду, что есть вот такая дорога. Не по ЮБК, там через Алушту, но у них есть тоже эти навигаторы. На сколько минут, короче? Ну, смотря до какой части Ялты. Если со стороны Левадии Спартака, ну, с этой, с правой стороны, то быстрее на 40 минут. А если до автобусного вокзала? А, вот если до автобусного вокзала, ну, минут на 15 быстрее. Смотри, как они расширяются. Ой, какая красота, боже. Это музыка еще. Ради этой музыки можно было сегодня в суд ездить. Виноградники, он был в золотой да. Палке. Да, я увеличу, ага. Так, а где Севастополь-то, я не пойму. Сзади остался. Я вижу золотая балка уже, да. Это он перед Севастополем. Мы на кольце когда были, это был въезд в Севастополь. Но я не заметила, я смотрела в эту сторону, влево. А пещерные города вон. Ой, не спешите. Ну, замечательно. Ой, здесь дорога уже, видите, какая. Таврида, там разделенные полосы. Я даже не ожидала, что я так удачно съезжу. Расстроилась после суда, конечно, но сейчас у меня настроение подняли. Да, вот тут у них фестиваль байкерский. Едем мы уже. Ильяскаю проехали. И едем дальше. Действительно так красив, что не зря за него бьются и бьются и бьются. Еще Турция, как бы тут ни присоединилась. По нижней дороге ехали.